вечер. Этой известной песенкой из фильма «Дайте жалобную книгу» поприветствовал гостей театрально-концертного центра «Щелковский театр» его духовой оркестр, открывая воскресным вечером свою новую концертную программу. «Песни театра и кино» — так она называлась, и включала в себя песни из фильмов, театральных постановок, оперетт, классические и джазовые произведения. Мы постарались в этой программе затронуть большой спектр музыкальный, театральный, то есть чтобы программа была настолько разнообразна, чтобы было интересно слушателям различных возрастов. Так все и получилось. В программе нашлась своя музыка для каждого. Для взрослых и серьезных классика – ария «Мистера Икса» из оперетты «Принцесса цирка» или неаполитанская песня «О соли мир». Для маленьких и не только – попурри на темы песен из советских, но вечно любимых мультиков. Пожалуй, что было главным в этой программе. Духовой оркестр продемонстрировал не только свое мастерство, но и многообразие и широту возможностей своих солистов-вокалистов. А их с каждым годом в оркестре прибавляется. Этим вечером на сцену выходили Виктор Сухонос и Елена Лазуткина, Сергей Есин и Екатерина Мелехова, Сергей Коваленко, Екатерина Марахотова и Александр Югорский. Одни с оркестром с самого его рождения в 2001 году, другие совсем новые звездочки. В этом, может быть, наше преимущество, что мы имеем так много солистов, поскольку каждый имеет свою какую-то определенную нишу, которому дается какое-то направление лучше. Одному ближе классический репертуар, другому что-то более джазовое. Вот мы стараемся каждому, как говорится, подобрать тот репертуар, который больше ему подходит. Большинство произведений духовой оркестр готовил специально для этого вечера. Были и премьеры, например, песня о корабле Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих». Очень сложная по исполнению как для оркестра, так и для вокалиста. Практически на 80% точно это новое произведение. То есть многие произведения мы делаем сами аранжировки. То есть даже элементарно у нас нет нот готовых. Мы берем запись, или дирижер, или аранжировщик эту запись слушает и пишет для оркестра. И мы уже исполняем. Как рассказал дирижер Виталий Ананьев, сегодня духовой оркестр развивает исполнение именно оркестровой музыки. На следующем концерте свое мастерство покажут солисты-инструменталисты. Ну а пока порадуемся вместе со всеми зрителями тому празднику, который духовой оркестр подарил нам сегодня. Итак, воскресный вечер хорошей качественной музыки завершен, но, как мы узнали, духовой оркестр ТКЦ «Щелковский театр» уже готовит новую, не менее интересную программу, которую скоро представит своим зрителям и слушателям. Ирина Микеда, Станислав Беляев, «Щелковское телевидение».